Летим, летим на Годзиллу. Сейчас какой-нибудь ракурс красивый сделаем. Во, долетим ли мы до Годзиллы на этой тачке? Вот в чем вопрос. О нет, мы опять, смотри, мы опять теряем скорость. Так, мне нужна какая-то машинка с крыльями. Точно, сейчас я поищу. О нет, машинка не справилась. Она раз... Смотрите, ребята, что я нашел. Короче, вот моя машинка, которую мы будем тестировать. И там у нас стоит какой-то зомби. Нет, не зомби это. Это, ребята, Годзилла. Да, вот настоящий Годзилла. И сейчас мы попытаемся Годзилле залететь прямо в рот. Не знаю, как это у нас получится. Получится или нет. Ну, давайте попробуем. Вот такая вот наша Годзилла. Большая, мощная. И первый наш автомобильчик будет такой вот Тесла-мобиль. Что, поехали? Давайте разгонимся. И попробуем прям-таки залететь ему в рот. Монстру. Опа, разгоняемся. О, нет! Что же такое мы видим? Мы видим, что мы Годзиллу точно не поймаем. Разорвалась машинка наша, сломалась. О, не долетела машинка наша. Ну, я знаю, что делать. Мы будем брать другую машинку. Будем брать машинку какую-нибудь скоростную. Ну, давайте попробуем. Так, все, машинка разломалась, разлетелась и улетела куда-то в ядовитое море. Да. Так, меняем тачку. Меняем тачку, ребята. Сейчас посмотрим, какую тачку возьмем. Нам нужна гоночная. Гоночная у меня вот здесь. Так, может такую вот арабскую, вот точно, арабскую машинку. Она как раз и гоночная, и еще и полицейская. Так, что мы делаем? Давайте ее посмотрим поближе. Фары работают, да, все горит, мигает. А, еще и мигалочка работает. Все, едем. Ускоряемся. О, хорошо, хорошо разгоняется. О, Годзилла. Ёлки-палки. Что-то не очень хорошо. Сейчас разобьемся. Опа. Все. Разлетелась тачка. До Годзиллы мы не... никак не... добрались. Ну ладно. Я предлагаю тебе поменяем машинку на какую-нибудь другую. Есть же у нас еще более скоростные машинки. Сейчас посмотрим. Так, какие скоростные машинки у меня есть? У меня есть Tesla Cybertruck. А у меня есть... Вообще вот они гоночные. По идее. Ну еще вот из этих, кажется, есть гоночные внизу. Где-то были. Вот. Машинок много. Вот это гоночная, точно, смотри. Сейчас мы её... сейчас она загрузится, посмотри. Вот, это раллийная машинка гоночная. Фары, нифига как светят. А мы сейчас должны поехать очень быстро. Ну что? Да! Смотри, как она резко с места начала ехать. О, долетим ли мы до Годзиллы на этой тачке? Вот в чем вопрос. О нет, мы опять, смотри, мы опять теряем скорость. Так, мне нужна какая-то машинка с крыльями. Точно, сейчас я поищу. О нет, машинка не справилась. Она разлетелась. Не тогда, когда надо. Надо прям попробовать врезаться в Годзиллу. Ладно, ничего страшного. Сейчас будем менять тачку. Пусть она разобьется уже до конца. Что с ней вообще? Ну с ней получается лепешка получилась. Нет, давайте попробуем, может быть, еще раз. Либо другую машинку берем. Так, а здесь еще выступы есть. Хочу на выступы попробовать. Может, они помогут. Ну как? Помогли на выступ? Мне кажется, мою машинку раздолбали.
Да, машинка. Ой, что это за гоночная такая? Такая-то фальшивая гоночная тачка, которая не справляется со своей обязанностью. Ну пусть тогда она разлетается в дребезги. Все. Разломалась она. Сейчас я подумаю, какую тачку взять. О, я придумал. А почему бы нам не взять автобус с турбинами? Точно. Берем автобус с турбинами. У меня же есть автобус с турбинами. Ё-моё. Чё-то забыла я. А, совершенно забыла об этом. Так, вот она. Вот там, вот он. Он, автобус с турбинами. О, что-то он там где-то как-то нехорошо встал. Давай, давай, сейчас он немножечко в текстурах завис. О, ух ты, уже успело стекло сломаться, представляешь? О, смотри, вот я подаю немножечко турбинку. О, как с турбиной-то начала ехать. Давай, прям-таки нужно в Годзиллу попасть, алло. Нет, ты куда летишь? Да, придется переиграть немножко. Иначе. Ой, как она в лепешку вообще развивается, автобус. Ребята, вы бы знали, смотри. Тоненькая такая штучка. Так, нет, давай. Давай, автобусик. Во. Сейчас я встану хорошо вот здесь. Сейчас закреплюсь вот здесь. Так, все. Поехали. Все, хорошо, что у меня турбина есть. Летим на Годзиллу. Сейчас какой-нибудь ракурс красивый сделаем. Вот такой вот. Хотя нет. О, сделаем вот такой вот ракурс, смотри. А где автобус? О, вот он автобус. Да, летит автобусик хорошо. Можно на паузу, короче, вот так вот нажать. И я какую-нибудь картинку сейчас на заставку поставлю. Ребята, картинка на заставку. Вот такая вот неплохая заставочка будет. Либо вот такая вот. Ладно, короче, поехали. Едем. Посмотрим, что у нас в кабине происходит. А, в кабине ничего не происходит. Нифига, как она летит, оказывается. Как будто какая-то ракета. Но это не ракета, ребята. Это автобус наш летит. Мне кажется, он сейчас прям-таки в воду. А, офигеть, вот смотри, его ноги вижу. Ноги динозавра этого. Нифига себе. Офигенные ноги. Огромные. Так, ну что ж, приземлились мы на своем автобусике. Да, вот такой вот, такой, ребята, Годзилла такая вот. Так, продолжаем ехать. Давайте, ускоримся. Я думаю, машинку можно поставить вот здесь вот. Я думаю, так. Вот здесь поставим машинку, пусть она здесь будет стоять. Грузовичок наш. Так, а поехали прямо. У меня здесь есть спуск. Интересно. Ой-о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 й
отмотать. Отматываем назад машинку нашу. Все, отмотали. Так, туда у нас не было планов заезжать. Тут надо более резкий поворотик сделать. Все, видим. Вот, вот здесь есть у нас спуск. Я хочу его протестировать. Оп, отлично, отлично, все, заехали. Так, давай, давай, газку, 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 газку. Нам нужно быстрее ехать, чем мы падаем. Так, поворот, поворот небольшой. Все. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. О, куда мы летим? Здесь не продуман спуск. Сейчас мы врежемся. Ох, нифига. Врезались. Да, бедная машинка. Она вся у нас в клочья разломалась. Ну ладно.